Сон Агагиковна, по статистике, с каждым годом число учеников, которые выбирают именно английский язык, растет. Это правда? Да, и это очень радует меня, как специалиста, учителя английского языка. Ну, прежде всего, потому что английский язык международный и нужен для все большего количества поступлений на разные факультеты. Так что да. То это, есть, это связано именно с тем, что очень востребованный предмет. Вот почему растет количество учеников? Да, ну и, конечно, есть количество учеников, которые хотят, ну, как бы знают язык на достаточно неплохом уровне и хотят сдать ЕГЭ, ну, просто для проверки знаний. Вот как раз английский – это один из предметов, которые сдают, ну, лучше всего все-таки вот до сих пор. Да, тоже расскажите, пожалуйста, с чем это связано и почему так? Ну, это очень приятно мне слышать для начала. Ну, скорее всего, потому что английский нельзя просто так вот прийти и сдать. Да? Это то, что я всегда говорю своим ученикам, потому что надо знать структуру обязательно. То есть одного знания языка недостаточно. Надо, конечно, готовиться, и тогда все будет хорошо. Вот сложный вопрос, когда начинать? Мы же английский начинаем учить довольно-таки рано в школе, ну, в сравнении с, со многими предметами. Когда стоит определиться все-таки с выбором экзамена, да, и начать уже готовиться непосредственно к ЕГЭ? Ну, совсем в идеале, конечно, я рекомендую вот именно с 9 класса, когда у нас уже ОГЭ, потому что ОГЭ – это как бы начальная ступень, да, и вот если ребенок в 9 классе уже определился, сдает ОГЭ, он уже примерно понимает структуру, ну и, конечно, потом наращивает мясо, так сказать, и уже к 11 классу уже такой боевой готовности. Но это в идеале. Конечно, ну, да. Многие решают именно в 11 классе, а хуже всего во второй половине 11 класса. Тогда наша задача учителей очень сложная, и мы пытаемся вот в такие вот очень короткие сроки. Ну, в основном уже что мы можем сделать? Просто вот поставить на рельсы, чтобы дальше ребенок уже сам готовился. Чтобы как раз развеять миф, что английский можно прийти и сдать. Вот если ребенок решает в 11 классе, или что хуже, как вы сказали правильно, во второй половине 11 класса, сдавать английский, на какой результат он в принципе может претендовать? Но это же речь о 100 баллах уже не может идти. Ну, конечно, очень сложный вопрос, и я никогда не люблю предугадывать баллы, потому что это настолько... Это связано со многим, да, это, во-первых, эмоциональное состояние ребенка. Я знаю очень много случаев, когда ребенок действительно готовился, готовился неплохо, и знания есть, и словарный запас, но ребенок растерялся и просто не показал того результата своего, который он действительно мог. Здесь уже сыграл психологический фактор. Есть, наоборот, дети, которые вроде как слабенько идут вот в течение всей подготовки, но вдруг потом бац, и выдают очень хороший результат. То есть здесь надо смотреть, вот это зависит от ребенка прежде всего. А вот чтобы получить достойный балл, ну в идеале вот эти 100 баллов заветные, которые, о которых мечтают ученики, как нужно готовиться, что нужно, чем нужно обладать? Ну, прежде всего, хорошим словарным запасом. Даже здесь не столько знаний грамматики, которые вот почему-то все дети считают, что вот если грамматику знаешь, то все окей. Нет, должна вам сказать, потому что именно грамматика оценивается в 7 пунктах всего ЕГЭшного теста, чтобы вы понимали, да? То есть здесь надо обладать хорошим словарным запасом. Хорошим, потому что это вам понадобится и в аудировании на понимание текста, да, и в чтении, потому что там тоже мы работаем с текстом, и там тексты не адаптированы, соответственно, знание слов необходимо. И в письменной части, когда мы воспроизводим этот текст, и в устной, ну, это как бы естественно. Так что словарный запас обязательно. Да, почему-то у всех, правда, есть этот миф про грамматику. Я даже вспоминая себя, помню, что мы очень-очень-очень-очень много учили все времена. И, ну, на слова не... обращали, да. На слова оставалось очень мало времени. То есть это в корне... Это плохо, да. Это плохо. На самом деле, да. Надо чуть-чуть уже поменять акценты, расставить и упор сделать на не только слова, но и словосочетание, устойчивое выражение, ну, как бы лексическую сторону. Какие изменения в КИМах ЕГЭ по английскому в этом году? Изменения на самом деле несущественные. Они коснулись количества заданий в лексике грамматики. Они сократились, что, в принципе, лучше для наших выпускников. В письменной части во втором задании
review, добавился пункт комментария, вот чего не было в прошлом году, но в принципе дети по инерции, они комментировали этот пункт, то есть в принципе для них это тоже не ново. Ну и на самом деле в целом все. А вот еще изменилось количество баллов же, правильно? Да, да. Вот этот вопрос всех пугает, да, потому что раньше можно было 100 получить, сейчас 80. Сейчас тоже можно, да, но просто сейчас идет разбаловка другая, но вот, да, да, да. 86 сейчас считается максимальный балл, который опять может, ну, как бы является 100 баллом. Ну да, то есть 86 – это первичный балл. Да, да. 100%. Да. Это значит, что критерии оценки стали немножко построже или нет? Нет, на самом деле критериев это не коснулось. Критерии остались те же самые, просто вот изменилось количество баллов. Ну вот я даже выписала четверка в баллах. 58-71 балл, 72 балла и выше считается отлично, правильно? Да. 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 Вот к какому баллу все-таки нужно стремиться, чтобы не воспитывать в себе тоже перфекционизм излишний, но вот если ты потом, вот ты хочешь на 100 баллов, да, а получил там 98 и расстроился, да? Ну нет, на какой, конечно, порог все-таки себя нужно настраивать ребятам? Ну, в идеале это 85+. Угу. То есть вот если они набирают 85+, то на самом деле это достойный балл. Они могут рассчитывать на поступление в хорошие ведущие вузы нашей страны, на бюджетные факультеты. Ну, то есть не нужно себя загонять в да, этой погоне. Да, действительно. Прекрасно. Это хорошая новость, это прекрасно. А какие есть особенности подготовки к ЕГЭ по английскому языку? Допустим, как все уже знают, да, физика, формулы, допустим, без них никуда не уйдешь, математика – это логическое мышление, да? А что в английском? Английский – это словарный запас, как я уже говорила. Все, да. Еще он. Все-таки, да, словарный запас, словосочетания, идиомы, фразовые глаголы. То есть вот знание и наличие в активном лексиконе ребенка вот словарного запаса хорошего поможет и является хорошим фундаментом для получения достойного балла вот 85+, о котором мы говорили. И как развивать в себе вот этот словарный запас? Ну, благо, вот в наше время, да, в эпоху интернета и всего, когда у нас доступны фильмы без перевода. Вот я рекомендую всем своим ученикам смотреть как можно больше фильмов без переводов и без субтитров на русском. Потому что это, конечно, очень плохо, когда они запускают на русском, то, соответственно, они читают уже перевод, конечно, и не зацикливаются на аудиовосприятии. Да, это плохо. Значит, смотреть фильмы. Я еще говорю своим ученикам, когда вы слушаете музыку, постарайтесь вникать в слова, переводить их, то есть тем самым тоже, потому что если вы слушаете любимого певца или там группу, вам интересно, о чем они поют, соответственно, вы пополняете свой словарный запас. Вот с фильмами немножко попроще, да, ты там еще и видишь картинку. Да. Я все время, когда слушаю песни до сих пор на английском языке, ну, я ничего не понимаю, это очень сложно. Да, там же вообще какой-то свой немножко и язык, и поэтичность. Да, да, они еще искажают слова, да, подгоняют да. под музыку. Но есть очень много хороших упражнений, на самом деле, мы тоже делаем с моими учениками. Когда я им даю тексты с пропущенными словами, запускаю музыку, мы пытаемся их туда вписать. Получается иногда очень смешно, но в основном получается. Так что тем самым тоже есть много разных упражнений, много приложений, которые помогают действительно пополнять словарный запас. По поводу фильмов и музыки как раз-таки, там же есть и определенные словосочетания, жаргонизмы, у кого-то акцент, у кого-то свое произношение. Это помогает ученикам или сбивает? Или вот как? На самом деле я не считаю, что это сбивает, потому что мы должны уметь понимать разный английский. Да? Конечно, мы должны стремиться воспроизводить тот самый, да, Royal English, но тем не менее, мы должны понимать разные. Поэтому нет, на самом деле просмотр фильмов достаточно хороший метод. Вот именно, ну, даже вот иногда имитировать вот произношение, да, потому что, ну, мы слышим, как они говорят, соответственно, мы можем, как они. Ну да, в общем-то. То есть нет такого супер риска, что ребенок запомнит, да нет, какой-то же организм и будет его использовать. Надо выбирать правильные фильмы.
Ну, это тоже, да. А как раз вот фильмы вы рекомендуете все-таки вот лучше, да, художественные или адаптированные, специализированные фильмы, где у героев, я вот помню такие, мы смотрели «Чистая речь», они прекрасно, превосходно говорят, все понятно, включаешь художественный фильм, что? Абсолютно другое. Поэтому как раз-таки я бы порекомендовала начать с художественных фильмов, потому что там живая речь. Там тот английский, на котором говорят вот на улицах, да, Лондона и других англоязычных стран. Потому что действительно, если мы слышим только правильную речь, и вдруг оказавшись где-то, мы не понимаем, да, о чем они говорят, и вообще думаем, тот ли язык мы учили все эти годы. Так что да. Нет, лучше художественные фильмы смотреть. Ну, то есть это будет все равно, пусть это будет чуть посложнее, но опять же... Но со временем, да, конечно, уже привыкаем и к темпу речи, и к наличию незнакомых слов. С какими заданиями ребята справляются, вот на ваш взгляд, по вашему опыту, лучше всего? Что дается легче всего? Ну, вы знаете, я могу судить по своим ученикам. В принципе, достаточно неплохо они справляются с аудированием. То есть мы умеем слушать, слышать нужную информацию. Это радует очень. Стараемся довести до максимального балла письменную часть, потому что это то, к чему мы готовим. Ну и являясь экспертом, да, я сама рассказываю детям, по каким критериям мы проверяем их письменные работы, соответственно, чтобы они знали, как правильно писать. Ну, делаем акцент на устную часть, конечно, обязательно на говорение, то есть, чтобы дети тоже правильно читали задания. Вот это очень важно, да, чтобы, например, вот если мы говорим об устной части, о четвертом задании, чтобы они не говорили топиками зазубренными, вот это не есть хорошо, а именно выполняли задания. На самом деле... Все, что от них требуется, прописано в планах задания. Но дети почему-то не любят это читать. Они делают, как они хотят. Вот это плохо. Вот надо все-таки читать внимательно и просто выполнять вот по пунктам. Вы меня очень удивили с аудированием. Вот для меня это было самое ненавистное задание в школе. Я вам скажу больше. В том году ко мне приезжала племянница, и мы с ней делали английский. Вот на аудирование мы споткнулись и не шли дальше. Уже полчаса дошли до истерики. То есть я ставлю помедленнее, побыстрее. Она сидит такая, я не понимаю. Нет, медленно ни в коем случае нельзя. Ну, я уже не знаю, с какой стороны-то подлезть. То есть я понимаю, что это не только у меня проблема слышать именно текст, у тебя первый раз начинается ступор. Ну, есть какие-то вот алгоритмы выполнения, да, аудирования в том числе. То есть не надо стараться услышать ровно то, что у тебя написано в КИМ. Это вот однозначно, потому что дети иногда вот слышат слово, которое у них написано, значит, значит, этот ответ. Нет, это не этот ответ, потому что обязательно перефраз звучит на аудиозаписи, и надо уметь как бы, да, слышать нужную информацию. Ну и, конечно, практика. То есть чем больше вы будете слушать, тем лучше будете слышать. А как справляться с тем, что вот включается текст на иностранном, на английском языке, и ты просто слышишь какой-то поток? То есть если вначале не выхватил какую-то мысль, у тебя просто белый шум, и кто-то что-то красиво щебечет, говорит. Мы опять возвращаемся к теме о словарном запасе. То есть если словарный запас на достаточно хорошем уровне, то не будет такого потока, да, где вы абсолютно ничего не понимаете. Будут какие-то слова, и их не надо бояться ни в коем случае. Как правило, незнакомые слова, вот если мы говорим про КИМ и ЕГЭ, они вам не помешают понять общий смысл. Потому что это те слова, которые действительно они есть в тестах, но они не мешают пониманию общего смысла. Я правильно понимаю, что в том числе, почему не нужно бояться незнакомых слов, что экзамен по английскому, он еще, ну, может быть, тренирует или проверяет способность ребят понимать текст, даже если в нем есть незнакомые слова. Абсолютно верно, да. Есть такое понятие, как guessing, да, то есть вы должны догадаться, что же это слово может означать. Всегда будут незнакомые слова. Я всегда говорю своим ученикам, потому что это не родной язык, соответственно, всегда будут слова, которые мы не будем знать, но не надо их бояться. Во-первых, надо догадаться в общем контексте, что они означают. Ну и, конечно, при желании учить. Ну да. И эти слова в том числе. Конечно. А что дается ребятам сложнее всего из заданий, вот по вашему опыту? Ну... С чем приходится вот их? Очень хочется сказать ничего. Но, конечно.
Наверное, все-таки задание повышенного уровня сложности. Ну, допустим, вот тоже письмо, вот второе задание, report, где дети работают с таблицами, с диаграммами. Ну, опять-таки, если знать вспомогательную лексику, да, опорные слова, то можно их суметь скомментировать и так далее. Но, как правило, если дети не очень в это вникают, то вот эти задания вызывают особые затруднения. Угу. Вот по поводу топиков. Я помню, что когда я училась, это было чуть ли не must-have, да? То есть London is the capital of Great Britain, вот, и дальше все. То есть, или про погоду то же самое. My family. Вот на каждую тему, которую мы сдавали, были топики. А вот вы не рекомендуете, правильно я понимаю, вот делать такие топики и заучивать. Наверное, мои коллеги на меня обидятся, но я крайне противник топиков, потому что по мне вот этот зазубренный текст «London is the capital of Great Britain», иногда дети его произносят абсолютно не понимая, о чем они говорят, потому что они выучили, вот они как «Будем гло небо кроют», да, вот прям так они и выучили. Я крайне против. То есть пусть они говорят не таким красивым английским, но своими словами, поменьше предложений, но опять-таки это будет их собственная воспроизведенная речь. Ну и опять же, этому и учат английский не только успешно сдать экзамен, но и применять потом в жизни. Ну, конечно, если ты можешь составить, наверное, какую-то вот парочку абзацев, то это больше пригодится, чем просто выучить «London is the capital». Тем более вот зазубривание топиков никак не приветствуется, вот, бегая вот в том же говорении. Mm-hmm. Да, там надо именно сугубо по заданию, которое у тебя есть. Разработчики ЕГЭ указывают уровень B2, да, как все-таки необходимый для успешной сдачи экзамена, то есть для высоких баллов. Расскажите, пожалуйста, в школе возможно получить вот уровень B2 и как это сделать, что нужно сделать ученику? Я считаю, вполне можно, потому что, ну, все зависит от школы и от количества часов, которые в неделю проходит ученик. Да, мы знаем, что в общеобразовательных школах у нас 3 часа английского в неделю, в языковых 5 часов, это уже дает им шанс на 2 часа больше готовиться, учить, пополнять свой словарный запас. Да. Так что вполне реально. Все зависит от ребенка. Просто очень часто среди родителей возникает один и тот же вопрос на многие предметы, что если раньше вот что нам в школе давали, то мы и сдавали, да, а сейчас ЕГЭ спрашивает гораздо больше и глубже того, что нам дают в школах. Это миф или реальность? И что как бы родителям-то посоветовать в этом случае? Ну, я частично соглашусь с этим мнением, потому что, да, к сожалению, программа школьная, она не точно соответствует подготовке к ЕГЭ, и учителю приходится варьировать здесь, да, то есть находить какую-то золотую середину, чтобы и к ЕГЭ готовить, и тем более и тем самым программу тоже пройти. Но здесь нужна самостоятельная работа ребенка, дополнительная дома, и тогда, в принципе, все будет хорошо. Очень большую сложность для многих учеников представляет вот именно вот эта вторая часть, второй день экзамена, да, когда ты уже не можешь сесть и в тишине там спокойно написать ответы, да, когда сама процедура многих пугает, но и опять же очень многие стесняются говорить, да, во-первых, такой вопрос был тоже в интернете. А может вообще не ходить на второй день экзамена? Нет, конечно же, ходить обязательно. Ну, не ходить на второй день – это априори ребенок теряет 20 баллов. То есть этого делать ни в коем случае нельзя. Я понимаю, что там есть свои сложности. Да, во-первых, вот этот психологический, эмоциональный момент, когда ты говоришь сам с собой, как они понимают, да. Ты говоришь с экраном, как бы, да. Ну, они должны уже привыкнуть к этому, да, за период подготовки. Вторая сложность – это когда, к сожалению, в одной аудитории сдают больше, чем один человек. Иногда второго человека, это я уже говорю как эксперт-проверяющий, слышно лучше, чем того, кого ты проверяешь. То есть вот этот момент технический, наверное, нам надо усовершенствовать. Я, кстати, за то, чтобы все-таки дети сдавали один на один и не было слышно второго говорящего. Вот, а это сбивает, это очень мешает, и они еще больше загоняются. Как боретесь с этой стеснительностью, да, когда ребенок знает, он хорошо пишет, читает, вот все, а говорить стесняется. Это взрослые-то люди, да, стесняются говорить на иностранных языках, а дети...
Ну, я в течение года им даю задание, домашнее, кстати говоря. Они сами себя записывают аудиофайл и высылают мне на проверку. То есть сначала они это очень не с охотой делают, а потом уже привыкают. Опять-таки практика. То есть надо много делать, много слушать, надо полюбить свой голос, потому что некоторые говорят, ой, мой голос не такой, как в жизни. Ну, вообще, это нормальная реакция. То есть первый раз, услышав свой голос или увидев себя сами, на экране, да, любой человек будет в шоке. Да. То есть практика, говорить, стесняться, говорить, продолжать стесняться. Попытаться перебороть стеснение и продолжать говорить. Как вы держите себя в тонусе, потому что у вас 11 класс сейчас, да? И вам нужно как раз вот и готовить ЕГЭ, и проходить программу, да? То есть как учителю быть и в тонусе, и в хорошем самочувствии, и не выгореть? Но новые федеральные стандарты нам не дают расслабиться, учителям. Это да. Вы в тонусе всегда. Да, да. Мы тоже проходим подготовку ежегодно, и как экспертка ЕГЭ мы проходим курсы повышения квалификации, сдаем экзамены как внешние, так и внутренние. Соответственно, да, мы в курсе всех этих изменений. Мы сами сдаем ЕГЭ обязательно. И я, кстати говоря, очень одобряю этот факт, то, что учителя тоже сдают ЕГЭ на равных условиях, то, что и дети, то, что мы должны знать по ту сторону экрана, да, как, что происходит, что чувствуют наши ученики. Так что я за. А расскажите о своих впечатлениях об экзамене. Вы же сдавали, да? Да. И не раз, я так понимаю. Да, я уже сдавала 3 раза. Ну, волнение есть. Не могу сказать, что его нет, несмотря на то, что структуру знаю от и до. Ну, да. Знаю, что у меня будут проверять, но, тем не менее, волнение есть, это естественно. Но интересный опыт. Каждый раз мы идем, как бы, да. То есть переживания эти все, они присутствуют, конечно. Что вы вынесли из, может быть, лайфхаки, советы, то, что вы потом стали применять на практике после того, как сдали экзамен именно сами? Ну, по мне самое главное – это тайминг, да, то есть научиться детям правильно распределять время. Потому что я столкнулась с этой проблемой. Нельзя расслабляться ни в коем случае. Надо включать в себе метроном, как я говорю, все время. У вас внутренние часы должны работать, потому что особенно когда вы... У нас же аудирование, первый раздел, оно как бы проходит централизованно, а дальше мы время сами распределяем. Так вот, надо то, что у вас лучше получается, в первую очередь быстренько сделать и оставить большую часть времени на письмо, на письменную часть. Ну, я лично рекомендую на само письмо, это ответ на электронное письмо, потратить минимальное время, в принципе, вполне реально за 10 минут его написать, потому что существует клише начало и концовка, да, на середину можно буквально вот 10 минут потратить и записать, и остальное время уже посвятить второму разделу, более серьезному, где надо подумать, вот все эти выражения вспомнить. Вот расскажите, пожалуйста, о результатах, как вам? Ну, я довольна результатом, да. У меня 98 было последний раз, я сдавала. Не 100. Ну, я допустила там логическую ошибку, это моя вина. Дело в том, что мы, когда сдаем экзамены, мы на тех же правах, как я уже сказала, что и дети, да. И я, например, допустила в говорении ошибку, когда описывала картинку, я сказала, что на картинке мои дети играют. А я не могу. У меня у 11-классницы не могут быть трое детей, которые были на картинках. И, соответственно, у меня была логическая ошибка. Ну, да. Как вы думаете, ну, мне кажется, что это мотивирует детей в плане того, что немножко снижает такой уровень тревожности, что раз учитель, который знает все, просто задумалась и сделала там одну ошибочку, значит, уж вам простительно, расслабьтесь. Конечно. Ну, конечно, я понимаю, что баллы, особенно высокие баллы, и вот этот вот 100 баллов, которые дети очень хотят, это замечательно. Но не надо их ставить во главе угла. Да? То есть надо просто стараться максимально выложиться, да? Показать все, что вы сможете. Конечно, ошибки могут быть у всех, конечно, и учителей, да, и это как бы нормально. Рассказывайте ученикам о своих ошибках. Да, да, конечно. Как реагируют? Смеются, некоторые не верят, некоторые прям вот радуются, что, оказывается, учителя тоже люди. Да, да, да. Они тоже умеют ошибаться. Замечательно. А как настраиваете еще своих учеников вот морально перед экзаменами? Ну,
зная особенности своих учеников, которые любят много заниматься и днем, и ночью, я, конечно, говорю непосредственно перед экзаменом, и особенно в день экзамена, ничего не делать. Вот, потому что это на самом деле мешает. Да? Угу. Вот что, все, что вы делали до экзамена, это хорошо. Но вот не надо вот до победного. Да? Да, иначе последнюю ночь есть доучить. Такой момент выгорания, когда конечно. Ты уже приходишь на экзамен, и все. Ты ничего не знаешь. Да, да, да. Так что да. Ну, конечно, я говорю, что я в них верю, что у них все получится. Так что очень волнуюсь, когда они сдают экзамен, mm-hmm. наверное, больше, чем они сами. И так каждый год. В некоторых предметах участие в олимпиадах немножко сбивает учеников. Да? То есть, допустим, ученик принимал участие в разных олимпиадах, не взял в Серос, потому что единицы mm-hmm. его берут, да, очень углубил свои знания, но ЕГЭ все равно сдавать придется. И глубина знаний, да, некоторым мешает даже. Ну, то есть mm-hmm. горе от ума происходит, начинают искать исключения там, где их нет, да, то есть это, допустим, mm-hmm. вот химия, обществознание. А в английском участие в олимпиадах для ЕГЭ – это плюс или это все-таки тоже осторожно надо? Ну, конечно, плюс, я считаю, mm-hmm. потому что давайте не будем забывать, что победа в этих самых олимпиадах дает ребенку те пресловутые 100 баллов, к которым они так стремятся, да? Но опять-таки при успешной сдаче реального ЕГЭ на 70 или 75 баллов, это уже в зависимости от вуза. Да, я с вами согласна, что олимпиада – это абсолютно другая сфера, там другие навыки требуются, там все не так, как в ЕГЭ. Но, тем не менее, это тоже язык, они занимаются и готовятся на другом уровне, и таким детям уже остается просто чуть-чуть направить по структуре ЕГЭ, и у них все получается. Формат понятен. Да, просто к формату ближе познакомить, и они уже, используя свой хороший словарный запас, вот, который да. очень нужен, кстати, на олимпиаде в том числе, они уже сдают на достойные баллы. Ну, то есть я так понимаю, что в иностранных языках, ну, вот, в частности, в английском, как раз-таки, чем больше участвуешь в олимпиаде, тем да. тебе легче будет на экзамене. И тем выше шанс, угу. да, к хорошему результату. Как бы вы сформулировали секрет успеха на ЕГЭ? Кроме словарного запаса, мы, мне кажется, уже выучили, все пойдем учить именно слова, словосочетания, потому что без этого, как я поняла, от словарного запаса, да, зависит все-таки ну, все да. остальные ступени, которые ты понимаешь. Вот, и аудирование, и чтение, да. и написание ну, все письма. Навыки, ну, да. Все навыки, это, конечно, надо знать грамматику и словарный запас. Да. Кроме этого, в чем секрет успеха? В хорошей работе, в продолжительной работе, да, то есть надо готовиться. Надо готовиться, ну, по крайней мере, год. Как бы грустно это ни звучало. Да, да, да. Готовиться придется. То есть практика, да. Постоянное провешивание вот всех этих тестов. Какое сейчас настроение у ваших выпускников будущих? Очень такое... Я думаю, чем ближе сроки, тем они больше впадают в такое вот нервное состояние. Да, вот даже вот 1 марта я своих учеников поздравляю с началом весны. Они говорят, мы ближе к ЕГЭ. Все нормально, наоборот. Вот как по мне, лучше вот уже сдать и все, и закончить это дело. Потому что такой долгий путь к нему. И... Ну, приходится постоянно подбадривать, действительно, mm-hmm. потому что они очень волнуются, я их понимаю. Я понимаю и как мама выпускницы в этом году, так что mm-hmm. надо поддерживать. Что бы вы пожелали выпускникам этого года, вот, что бы вы им пожелали сейчас, как бы, когда до ЕГЭ остается все меньше времени, они начинают отмерять времена года уже не временами года, а близостью к экзамену? Ну, во-первых, верить в свои силы. Вы готовились, вы действительно прошли такой долгий путь. Просто надо поверить и выдать все, что вы знаете в эти 2 дня. Ну да, в общем-то. Ну, я же правильно понимаю, что нет таких учеников, особенно как в экзамене по выбору, которые бы пришли на английский, не зная английского. Ну вот я хочу верить, что так. Бывают единицы, которые ошибаются. Исключение, они подтверждают правила. То есть по-любому человек что-то знал, что-то делал, как-то готовился. То есть какой-то набор знаний-то есть у него. Ну да. Так что просто надо прийти и выдать все, что вы знаете. Спасибо вам огромное за спасибо то, что вам. Пришли. Спасибо вам, что пригласили.
надо ознакомиться обязательно с критериями. В свободном доступе есть памятка для проверяющих. И в ней можно посмотреть, за что именно у вас могут снять баллы. Это особенно важно для письменной части, которая для многих является самой страшной. Обязательно нужно сходить хотя бы на один пробник, потому что КИМы выглядят очень специфично. И тестовая часть иногда может сильно пугать. Например, у вас может быть очень длинный ответ, и в английском лучше не использовать сокращения. И этот ответ у вас может занимать прям большую часть всей строки. Это может выглядеть достаточно странно и может заставить вас зачеркнуть ответ. Поэтому лучше привыкнуть сразу и сделать все ошибки, которые только можно сделать именно в плане заполнения, на пробнике, нежели на самом экзамене. Также перед самим экзаменом лучше отдохнуть. Я понимаю, что очень хочется сразу все знания еще раз повторить, сразу все вспомнить, но чаще всего это не приводит ни к чему хорошему, и скорее вы просто будете больше напрягаться, нежели действительно что-то запомните или вспомните что-то новое. Лучше отдохнуть, хорошо поспать. Это действительно важно, хотя иногда такие советы кажутся и бесполезными. Хотела поговорить про второе задание аудирования True, False, Not Stated. Выбирайте, пожалуйста, вариант ответа True, если вы слышите в тексте аудиозаписи перефраз того предложения, которое у вас находится в КИМ. Часто возникают проблемы между выбором варианта ответа False и Not Stated. Выбирайте вариант ответа False, если предложение, которое вы слышите в тексте аудиозаписи, противоречит тому, что у вас написано в КИМ. И выбирайте вариант ответа Not Stated, если предложение, которое у вас дано в КИМ, вы не слышите в тексте аудиозаписи. Если вы его слышите, но не так, то, соответственно, это вариант ответа false. Удачи на экзаменах! Для хорошего написания экзамена вам нужно готовиться. Я долгое время, где-то с 8 класса, участвую в олимпиадах по английскому языку, поэтому в плане знаний у меня проблем не было. Но при этом мне все равно нужно было ознакомиться с форматом, и последний месяц я готовилась именно к нему. Но если у вас не было подобного опыта, то, конечно, нужно обязательно ознакомиться и с основными правилами английского языка, требуемых знаний для английского по ЕГЭ. Их хоть и много, но они все достаточно хорошо раскладываются по темам. Друзья, желаю вам хорошей погоды в день экзамена, хорошего аудио в день экзамена, чтобы не было никаких проблем и заминок, чтобы с КИМами все было в порядке, ну и с самими бланками все было хорошо. Ручки писали, и ваша голова работала. Задание номер 3 устной части экзамена по английскому языку вызывает наибольшее количество трудностей, и это связано с тем, что вам необходимо услышать вопрос, понять его и правильно ответить на него, не допустив ошибок базового уровня. Не надо торопиться отвечать на вопрос. Помните, что у вас есть 40 секунд для того, чтобы подумать и дать правильный ответ на данный вопрос. Также помним о том, что если вы сказали какое-то слово с ошибкой или употребили неверную форму глагола, вы можете сами исправить свою ошибку, и вам засчитают последний сказанный вами ответ. Сложность этой части состоит в том, что устную часть мы с вами делаем вместе с компьютером. То есть наш невидимый собеседник находится в компьютере, и мы ему читаем, рассказываем, отвечаем на его вопросы. И это, несмотря на то, что мы живем в век информационных технологий, оказывается достаточно сложно. Поэтому, ну, один из первых советов, наверное, это обязательно попробовать, как вы это сможете сделать с компьютером. У нас проходила уже единая городская контрольная работа, планируется единая городская контрольная работа, на которой была и будет устная часть. И вот
настоятельный совет, просьба прийти на эту устную часть, чтобы посмотреть, как вся эта система будет работать. Во-первых, вы проследите внимательно, что у вас появляется на экране. Когда и куда вам нужно будет нажимать, кликать на какие кнопочки. Кроме того, у вас есть возможность выбрать фон. Или музыка какая-то будет из предложенных, или это будет тишина. Возможно, музыка кого-то немножечко отвлечет, чтобы не обращать внимания на второго говорящего. Но это нужно обязательно проверить. Если вы никогда до этого не работали с музыкой, не готовили уроки, не готовили какой-то материал под музыку, этого делать ни в коем случае не надо. Экзамен – это не место для экспериментов. Еще один совет. Когда вы готовитесь к устной части, пожалуйста, записывайте себя. Ни в коем случае не готовьте тексты, читая их про себя. Чтение про себя и чтение вслух – это совершенно две разные вещи. Поэтому, когда вы готовите, допустим, контрольное чтение учитель вам задал на уроке, или вы просто отрабатываете какие-то тексты, которые вы хотите потренировать к экзамену, пожалуйста, делайте это вслух. Делайте это для кого-то. И идеальный вариант, еще раз повторяю, это записать себя, после этого прослушать и сравнить с тем текстом, который у вас был. Где были ошибки, что было не так, потому что очень часто мы себя не слышим, когда мы выполняем какое-то задание. Да, глаза бегут, нам хочется все успеть сделать, и в итоге мы что-то пропускаем или вставляем лишние слова. Еще один совет, пожалуйста, не бойтесь ошибиться. Если вы сделали ошибку, то ничего страшного не произошло. Самое главное – заметить, что вы сделали эту ошибку. И эту ошибку можно исправить совершенно спокойно. Эксперт засчитает последний сказанный вами вариант. Еще одна сложность работы с компьютером при чтении – это то, что нужно обязательно следить за строчками, потому что мы читаем с экрана. Текст сплошной. Да, поэтому бывают ситуации, когда теряется строчка. Просто будьте внимательны. Времени достаточно для того, чтобы выполнить это задание, и я думаю, что при внимании у вас это все получится. Во второй части и в третьей части этого экзамена вам нужно задать вопросы и ответить на вопросы. Когда вы задаете вопросы, между вопросами у вас 20 секунд. Для того, чтобы задать вопрос, этого времени более чем достаточно. Поэтому не спешите. Вы увидели позицию, по которой надо задать вопрос. Сформулируйте вопрос в голове. Вспомните правило, что в английском языке у нас обязательно глагол стоит перед подлежащим. Вспомните, что должен быть глагол. Если сложно сразу представить, какой вопрос вы хотите задать, представьте себе ситуацию на русском языке. Мы с вами русскоговорящие люди. И вот конкретно в этой ситуации, для того, чтобы понять, о чем нужно спросить, представьте себе, что по-русски вы позвонили в кафе, вы позвонили в библиотеку, вы позвонили в магазин, и вы хотите задать вопрос на какую-то тему. О чем вы будете спрашивать? И после того, как вы представите, о чем вопросы, задать их будет уже гораздо проще. Третьим заданием у нас между ответами на вопросы 40 секунд. Этого времени очень много. Поэтому тоже не спешите. Ваша задача – услышать вопрос. Не забывайте, что вопросы иногда состоят из двух частей. Это может быть или уточнение «почему?», или может быть вопрос, который связан с предыдущим вопросом, но они прозвучали рядышком, не как отдельный сет вопросов. Вот первое, что нужно сделать – постараться услышать вопрос, естественно, и запомнить, о чем вас спросили и сколько было вопросов. Продумайте, что вы можете сказать. Вам не надо говорить много. Ваша задача ведь не в объеме вашего высказывания, а задача, чтобы вы правильно ответили на вопрос, ответили про то, про что вас спрашивают, и, естественно, обратили внимание на грамматику. Грамматика на этом уровне оценивается как базовый уровень, да, то есть у нас с вами основные только понятия времена группы simple, времена группы continuous, ряд предлогов, модальные глаголы. То есть грамматика берется на уровне базовом. Но тем не менее, к сожалению, так как мы торопимся, так как мы, наверное, волнуемся, да, так как это экзамен, мы как раз пропускаем эту базу. Поэтому очень внимательно, спокойно продумайте ответ и скажите 2-3 предложения. Фразы должны быть развернутые. Ответ «I think» – это все-таки еще не фраза. Да? Там всего лишь присутствует подлежащее и сказуемое. Не торопитесь.
продумывайте ответы и поймите, что времени у вас достаточно. Не надо говорить много. Когда вы выполняете четвертое задание, очень внимательно смотрите за планом. Потому что план – это огромное подспорье. Если вы что-то забыли, вы в плане найдете то, про что вам нужно сказать. Сейчас хочу вам рассказать об одном упражнении, которое может дать сил в тот момент, когда вы будете сдавать экзамены, когда вы будете волноваться. Упражнение называется «Круг замечательного состояния». Он состоит всего лишь из двух частей. Первая часть подготовительная, вторая, собственно, тогда, когда нам этот круг понадобится. Как выглядит подготовительная часть? Мы мысленно перед собой на полу рисуем круг. Делаем в него шаг, встаем и вспоминаем какое-то событие, в котором мы были максимально заряжены энергией, мы были веселы, что называется, то событие, которое расправляло нам крылья. Я могу вспомнить, например, из своей жизни, это было событие, когда я в детстве с горки ехал на велосипеде, и вот эта скорость, ветер, драйв – прекрасное для меня событие, прекрасное воспоминание. Я думаю, что у каждого тоже есть такое событие, которое можно вспомнить. Мы встаем в этот круг, проговариваем про себя это воспоминание, вспоминаем, что мы чувствовали, какие эмоции испытывали. Дальше делаем следующий шаг. Мысленно сворачиваем этот круг и кладем себе в карман. Это шаг номер один. И когда наступает ситуация, когда мы чувствуем, что у нас мало энергии, мало сил, нам надо как-то получить заряд бодрости и вдохновения, мы опять вспоминаем про наш круг счастливого состояния, открываем его мысленно, встаем, на несколько секунд вспоминаем про то событие, да, которое мы в него вкладывали, и мы замечаем, как жизненный тонус у нас повышается, как в нас появляется энергия, у нас появляется улыбка, приходят силы, и эти силы, собственно, и помогут нам в момент экзамена дать тот ресурс, на который мы можем опираться для того, чтобы экзамен для нас прошел гораздо проще, спокойнее, и, соответственно, результат экзамена нас радовал. Как учить слова? Наверное, проблема, которая беспокоит и волнует каждого, тем более, что постоянно говорят, что количество лексик увеличивается, нужно знать больше и больше для того, чтобы выполнить задание. Наш экзамен, он неразрывно связан с нашей школьной программой. И занимаясь в школе, мы с вами учим лексику. Вы разбираете лексику с учителем. Какая-то лексика выходит в активную. Вы используете лексику в своих пересказах, в своих письменных работах. Сбрасывать со счетов школу категорически нельзя. Лексика учится хорошо тогда, когда она учится постепенно, и она таким образом запоминается и оседает гораздо лучше, чем лексика, которая была схвачена где-то раз в неделю, когда мы сели, начали учить. Она гораздо быстрее уходит и гораздо хуже запоминается. Какие есть способы для того, чтобы лексику учить? Ну, во-первых, любую лексику нужно учить во фразах, потому что само по себе слово, ведь слово в английском языке очень многозначно, не только в английском, но в частности мы с вами говорим сейчас про английский язык. Открываем словарь, находим слово и видим на страницу значений. Поэтому для того, чтобы правильно использовать эту лексику, мы должны учить ее в словосочетаниях с вами. Эти словосочетания есть и в учебниках, эти словосочетания можно найти в словаре, эти словосочетания подскажет вам ваш учитель, вы сами сможете их найти. Каким образом запоминать? Вы знаете, есть, наверное, очень старый такой способ, по крайней мере, я им пользовалась, когда была еще в институте, это карточки. Ну, в свое время мы карточки вырезали из плотной бумаги, писали с одной стороны слово или словосочетание на русском языке, с другой стороны писали на английском языке, карточки собирались, ну, или блоками, например, там у меня ребята в свое время отвечали по темам. Лексику мы набирали, и дальше они эту лексику вот при помощи карточек отвечали, и, соответственно, так их учили. Что значит учить при помощи карточки? Вы поворачиваете карточку со словом русским наверху, смотрите и вспоминаете английское слово.
Вспомнили, проверили правильно, отложили в одну сторону. Не вспомнили или потребовалось много времени, отложили в другую сторону. Времени много уходит писать карточки, но опять-таки, если вы будете это делать постепенно, если вы будете это делать, вы взяли на уроке лексику в школе, записали ее на карточке, сразу перенесли и сложили. И вот постепенно так они могут накапливаться достаточно большими блоками, и периодически к этой лексике возвращаетесь и ее повторяете. В наше время появилось достаточно большое количество, наверное, платформ, которые тоже помогают составлять карточки со словами, но эти карточки делаются в электронном виде. Едете вы в метро, едете на автобусе, куда-то вы идете, телефон с вами, включили, слова повторяете. Возможно, еще один способ, но это тоже зависит от того, что вы пишете эти фразы, вы делите страницу на две части. Слева, например, вы написали русские словосочетания, справа написали английские. Страничку загибаете, английские слова не видны. Опять вы повторяете слова. Система карточек, просто они здесь собраны вместе, да, они разделены на отдельные вот квадратики. И те слова, которые у вас, на которые у вас ушло больше времени на запоминание, вы выделяете их, допустим, там красным маркером, которые меньше времени – желтым, а которые прям сразу сходу – зеленым. То есть вы просто будете обращать внимание на те слова, которые, те словосочетания, которые запоминались сложнее. И, в принципе, наверное, мой совет еще, что слова и словосочетания нужно прописывать. Мы же всегда запоминаем по-разному, да, мы запоминаем глазами, мы запоминаем ушами, и мы запоминаем, когда мы пишем. Вот, но если мы слово прописали, это однозначно не будет лишним. Экзамены представляют собой нелегкую часть нашей жизни. Одни воспринимают их достаточно легко. У других экзамен тесно связан с беспокойством и тревогой. Вот 5 советов, которые помогут вам чувствовать себя увереннее. Совет номер 1. Продумайте стратегию. Страх перед неудачей – это естественно. Его испытывают люди в любом возрасте и разных ситуациях. Чтобы его уменьшить, просчитайте варианты развития дальнейших событий. Можно поделить лист бумаги на 3 колонки – и написать руководство к действию. Что вы будете делать, если результат будет идеальным, удовлетворительным или неудовлетворительным? Тревоги станет значительно меньше, если у вас есть четкий план действий. Совет номер 2. Обязательно придумайте, как поощрить себя после экзамена. До получения результатов у вас будет промежуток времени. Проведите его с максимальным удовольствием. Это может быть прогулка с друзьями, приятное приобретение или просто ничего не делание под любимую музыку. Мечтать об этом можно уже сейчас. Позитивные мысли благотворно влияют на нервную систему и снижают уровень тревоги. Совет номер 3. Помните про ресурсы организма. Иногда на беспокойство организм может реагировать непривычно. Вы можете заедать волнение или, наоборот, совсем не хотеть есть. Помните, организму необходимо хорошее и регулярное питание, полноценный сон, небольшие физические нагрузки и свежий воздух. Старайтесь планировать активности регулярно. Если организм будет в хорошей физической форме, то и побороть волнение ему будет проще. Совет номер 4. Не переоценивайте свои возможности. Адекватная оценка себя и своих возможностей – это ключ к успеху. Вам может казаться, что одноклассники знают материал лучше. Не стремитесь сравнивать себя с другими, обогнать кого-то в скорости выполнения теста, количестве баллов или в чем-то еще. Все люди разные. У каждого свой темп, свои сильные стороны, свои критерии успеха. Совет номер 5. Не стесняйтесь обсуждать свое настроение и эмоциональное состояние. Иногда для того, чтобы перестать нервничать, нужно просто выговориться друзьям, родителям, классному руководителю или психологу. Сопереживание других людей помогает почувствовать поддержку и опору. Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с волнением, можно написать в анонимный подростковый чат «Мы рядом онлайн».
или задать вопрос психологу городского психолого-педагогического центра на горячую линию. С одной стороны, топик – это очень большое подспорье в наборе лексики, в наборе тех лексических сочетаний, которые обслуживают эту тему. Да, звучит вот так вот пафосно, но тем не менее, для того, чтобы говорить на какую-то тему, нам нужны слова, которые мы будем использовать для того, чтобы про эту тему что-то сказать. Вот когда мы с вами готовим пересказы каких-то текстов по теме, когда мы с вами по теме подготавливаем свои монологи, ну или, возможно, кто-то пользуется какой-то информацией из готовых, мы с вами в первую очередь набираем лексику, набираем те фразы, те сочетания, те идиомы, те выражения, которые мы будем использовать для того, чтобы говорить и писать, обратите внимание, на какую-то тему. Кроме того, вот эти так называемые топики, они помогают нам посмотреть на какую-то тему, на какие-то проблемы с разных сторон. Да, я буду говорить сейчас про окружающую среду, про защиту окружающей среды, например, в Москве, но я же должна знать, какие у меня есть проблемы, какие у нас есть с вами проблемы в Москве. Да, что это будет? Air pollution или water pollution. Какие проблемы, с которыми мы сталкиваемся? Топики, они могут помочь определить тот круг проблем, который связан с темой. Но на этом, наверное, вот польза топиков заканчивается, потому что наши ответы по устной части, наша письменная проектная работа – это уже импровизация, вот позвольте мне употребить это слово, на ту тему, про которую мы с вами будем говорить или писать. Мы можем из этого топика вытащить лексику, мы можем подумать, какие проблемы подходят у меня, ну а дальше это уже не статика. Топик – это статика. Мы никуда не двигаемся, мы встали и ответили. Наш ответ устный на экзамене, наша письменная работа – это динамика. Мы те лексические единицы, те знания, которые приобрели, мы начинаем применять на практике. А когда мы их применяем, это уже достаточно гибкая система. Поэтому зазубривать темы не надо однозначно, потому что вы можете потом вдруг начать говорить по устной части, цитируя топик, а это однозначно будет минус, он вас приведет в никуда. Но пользоваться материалом из топиков мы можем для того, чтобы обогатить свой словарный запас и знать, о чем мы будем, возможно, говорить. Давайте поговорим об особенностях подготовки к экзамену неуверенных детей. Проблема таких детей в том, что они не умеют опираться на собственное мнение и склонны прибегать к помощи других людей. Неуверенные дети не могут самостоятельно проверить качество своей работы. Они сами себе не доверяют. Они могут хорошо справляться с теми заданиями, где требуется работа по образцу, но испытывают затруднения при необходимости самостоятельного выбора стратегии решения. В подобной ситуации они обычно обращаются за помощью к одноклассникам или родителям, особенно при выполнении домашнего задания. Такие дети списывают не потому, что не знают ответа, а потому, что не уверены в правильности своих знаний и решений. В поведенческом плане им часто присущ конформизм. Они не умеют отстаивать собственную точку зрения. Неуверенные дети часто подолгу не могут приступить к выполнению задания, но достаточно педагогу подсказать им первый шаг, как они начинают работать. Неуверенные дети испытывают затруднения во время любого экзамена, поскольку им сложно опираться только на собственные ресурсы и принимать самостоятельное решение. При сдаче единого государственного экзамена подобные дети испытывают дополнительные сложности, поскольку принципиальное значение имеет самостоятельный выбор стратегии деятельности, а эта задача для неуверенных детей крайне сложна.
Очень важно, чтобы неуверенный ребенок получил положительный опыт принятия другими людьми его личного выбора. При работе с такими детьми необходимо воздерживаться от советов и рекомендаций. Например, сначала реши простые задания, а потом переходи к сложным. Лучше предложить выбрать ему самому и терпеливо дождаться, когда он примет решение. Как ты думаешь, с чего лучше начать, с простых или сложных заданий? Неуверенного ребенка можно поддерживать простыми фразами, которые способствуют созданию ситуации успеха. «Я уверен, у тебя все получится. Ты обязательно справишься». Если ребенок никак не может приступить к выполнению задания, долго сидит без дела, стоит спросить его: «Ты не знаешь, как начать, как выполнять следующее задание?» и предложить ему альтернативу. Ты можешь начать с простых заданий или сначала посмотреть весь материал. Как думаешь, что будет лучше? Ни в коем случае нельзя говорить тревожным и неуверенным детям фраз типа «подумай еще», «поразмысли хорошенько». Это только усилит их тревогу и никак не продвинет выполнение задания. Очень важно развивать у неуверенного ребенка навык самостоятельной оценки своей работы. Например, полезно спрашивать его: «А что тебе самому понравилось в твоей работе?» Если ребенку трудно ответить на подобный вопрос, можно предложить ему оценить работу по нескольким критериям – по точности, скорости и так далее. Не стоит торопиться предлагать ребенку готовое решение или ответ. Напротив, лучше сначала поинтересоваться его мнением. Прошлого года мы с вами пишем, ребята, уже имейл, да, и ну, сначала была паника, потому что было непонятно, чем же письмо отличается от имейла. Но оно отличается ровно настолько, насколько письмо, которое вы могли бы написать, отличается от имейла. То есть мы не пишем с вами адрес и дату, это есть все на компьютере, и необходимости писать это нету. И мы с вами сейчас не упоминаем предыдущий контакт, потому что, опять-таки, из имейла это понятно, что контакт был, и имейл у нас вот здесь перед нами. Письмо – это определенный формат, который нужно выдержать. Мы обязательно обращаемся к другу по имени. Имя этого друга по переписке, как вы знаете, мы берем из того письма-стимула, который находится у нас с вами в задании. Мы с вами или обязательно благодарим за письмо, или просто выражаем свои положительные эмоции за то, что мы получили имейл, за то, что ваш друг вам ответил. Первый абзац, он в принципе может состоять только из благодарности или только вот от наших положительных, из наших положительных эмоций. Если хотите, вы можете написать что-то еще, вы можете написать, как иногда ребята пишут, там, прости, что давно не отвечал. Но в принципе, it's not a must, да, в этом нет необходимости. И мы с вами переходим к ответу на вопросы. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в начале этого абзаца у нас обязательно должен стоять мостик. Давайте назовем его так, да? То есть это какая-то фраза, предложение, переход от благодарности за полученный имейл к ответу на вопросы. Потому что, представьте себе, вы поблагодарили, а потом тут же начинаете писать: ну, у нас в Москве погода сейчас холодная, да, снег выпал. С чего вы начали отвечать на вопросы? То есть нам нужен какой-то переход. Или вы пишете, что вы готовы ответить на вопросы друга, или говорите, что друга заинтересовала какая-то тема. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эта фраза пишется не в первом абзаце, не там, где вы благодарите за письмо. Ведь на вопросы вы будете отвечать во втором абзаце. И вот это предложение, оно будет являться как бы ключевым. Вы в самом начале абзаца сообщаете о том, о чем вы будете в нем писать. Если вы напишете предложение «Я рад ответить на твои вопросы» в первом абзаце, то, к сожалению, это будет ошибка в организации текста. Когда вы отвечаете на вопросы, будьте очень внимательны. Ну, мой вам такой опять небольшой совет. Когда вы читаете задание в Киме, то возьмите ручку и в каждом вопросе выделите слова, которые обязательно должны каким-то образом прозвучать в ваших ответах. То есть это ключевые слова. Те слова, которые связаны с вопросом. В
Во-первых, иногда вопрос один может состоять на самом деле из двух частей. Вас могут спросить, где и когда вы играете в футбол, когда вы ходите в магазины и с кем. То есть в одном вопросе, зрительно в одном вопросе, будет заложено уже два вопросительных слова. И в вашем ответе на этот вопрос должен быть ответ и на первый вопрос, когда вы ходите по магазинам, и на второй вопрос, с кем вы ходите по магазинам. То если какая-то часть вопроса не получит ответа, то это будет неполный или неточный аспект. И когда вы напишете уже свой ответ, вы посмотрите, вот у вас был вопрос, где проходит? Есть ответ на вопрос? Есть. Когда проходит? Есть. С кем там что-то происходит? Тоже есть. Тогда вы переходите к следующему абзацу. Когда мы начинаем сами задавать вопросы, то нам тоже нужен переход от второго абзаца к третьему. Потому что отвечали на вопросы, и вдруг бац, три вопроса. Нет. Мы в начале третьего абзаца с вами пишем: «Теперь я хочу задать тебе вопросы». Или «Теперь я хочу тебя спросить о, там, допустим, о твоей собаке, о погоде в твоем регионе». Мы даем такую вводную фразу, которая говорит о том, что я сейчас перестраиваюсь. Я сейчас буду уже на вопросы я ответил, и теперь я буду задавать вопросы. Теперь внимание, что касается самих вопросов. Первое. Вопросы мы задаем не на ту тему, на которую мы считаем из письма мы хотим задать. Нет. Вопросы мы задаем на ту тему, которая у нас указана в задании. Под письмом-стимулом находится само задание. И вот в плане написания письма у вас есть фраза «Ask three questions about» – «Задай три вопроса о чем-то». И там даже для того, чтобы не потеряться в этом задании, эта фраза выделена жирно. Вы не вычленяете, вы не ищете эту тему из самого письма. Это первое. Второе. Когда мы с вами задаем вопросы, мы хотим получить дополнительную информацию про то слово, о котором нам надо задать вопрос. Если я хочу спросить про день рождения моего папы, и я задаю вопрос: «Скажи, пожалуйста, как вы добирались до места проведения дня рождения?» Это вопрос не по теме. Он не дает дополнительную информацию про сам день рождения. Он уходит в сторону. То есть вопросы должны строиться таким образом, что, получив ответ на них, вы узнаете больше про то слово, про которое вы должны спрашивать были. И третий, очень важный момент. Мы задаем вопросы не просто так, естественно. Да, тот же самый дядя, папа, щенок, там, фестиваль, они будут упомянуты в письме. Вы должны очень внимательно прочитать ту информацию, которая по поводу этого слова уже дана. И если у вас в письме написано: «Вчера мы отмечали папин день рождения», а вы задаете вопрос: «Когда был папин день рождения?», этот вопрос, естественно, не будет засчитан, потому что ответ на него в письме уже есть. Или написано, что вы вчера смотрели фильм, и вы насладились этим фильмом, а вы спрашиваете, был ли фильм интересный. Это тоже вопрос не будет засчитан, потому что если вы enjoyed the film, то значит фильм был интересный. Поэтому очень внимательно просмотрите ту информацию, которая была дана в письме по поводу того слова, о котором вы будете задавать вопросы, для того, чтобы не повторяться, для того, чтобы не узнавать информацию, ответ на который уже есть. Когда вы задали три вопроса, они задаются просто подряд, вы можете, в принципе, заканчивать письмо. Вы можете написать фразу, которая говорит о том, что вы уже заканчиваете, что вам там надо заняться какими-то делами. Вы можете просто выразить надежду на будущие контакты. Да, напиши мне, жду от тебя ответа. Те устойчивые фразы и сочетания, которые, конечно же, вы знаете. И дальше вы ставите завершающую фразу и свою подпись. И еще одна подсказка, пожалуйста. Подпись – это имя. Имя – это не предложение. Мы не ставим точку в конце имени. В заданиях устной части главное помнить о том, что вы можете исправить неправильно сказанное слово или фразу. То есть засчитан будет последний сказанный вами вариант. Если вы допустили ошибку, заметили ее, переговорите эту фразу или слово. Но тут есть небольшой подвох. Если вы исправите правильно сказанное слово на неправильное,
то вам тоже зачтут последний сказанный вами вариант. Будьте внимательны. Языка много не бывает, да, поэтому и то, и другое хорошо. Специализированные учебные фильмы отрабатывают какой-то один навык или какой-то один подход, например, к, ну, к тому же самому аудированию. Делает акцент на каком-то одном материале, на каком-то одном там, принципе работы. Учебные фильмы обычно записаны в более низком темпе, я имею в виду речи, поэтому их легче понимать. Мы можем с вами несколько раз перемотать какой-то кусочек, который мы не поняли. Этот более низкий темп речи поможет нам услышать четче произношение того слова, в котором мы не уверены. То есть плюсов очень много. И учебные фильмы подчас делаются с русскими дикторами, русскоговорящими, да, поэтому какой-то материал, тот, который мы не совсем поняли, например, в школе или с которым мы столкнулись во время нашей самостоятельной подготовки, он может быть объяснен вот при помощи этого видео. Художественные фильмы – это другая сторона вопроса, потому что художественный фильм, он предполагает естественный темп речи. Подчас он выше, чем, ну, наверное, даже не подчас, а он очень часто выше, чем темп аудирования, например, на экзамене. Вот. Но он помогает нам настроить ухо, привыкнуть к интонации, окунуться в среду, что немаловажно, потому что как бы вот эта среда, которая создается, она, конечно, тоже искусственная, потому что мы не находимся конкретно физически в том месте. Но, тем не менее, вот это как бы нас так обволакивает, да, и мы начинаем, ну, наверное, каким-то образом проживать на языке все то, что там происходит. Поэтому хорошо и то, и другое. Есть возможность, есть время, есть желание. Пользуйтесь и тем, и другим в зависимости от ваших, ну, наверное, потребностей, в зависимости от запроса на данный момент. Задание номер 3 устной части экзамена по английскому языку вызывает наибольшее количество трудностей, и это связано с тем, что вам необходимо услышать вопрос, понять его и правильно ответить на него, не допустив ошибок базового уровня. Не надо торопиться отвечать на вопрос. Помните, что у вас есть 40 секунд для того, чтобы подумать и дать правильный ответ на данный вопрос. Также помним о том, что если вы сказали какое-то слово с ошибкой или употребили неверную форму глагола, вы можете сами исправить свою ошибку, и вам засчитают последний сказанный вами ответ. С одной стороны, топик – это очень большое подспорье в наборе лексики, в наборе тех лексических сочетаний, которые обслуживают эту тему. Да, звучит вот так вот пафосно, но тем не менее, для того, чтобы говорить на какую-то тему, нам нужны слова, которые мы будем использовать для того, чтобы про эту тему что-то сказать. Вот когда мы с вами готовим пересказы каких-то текстов по теме, когда мы с вами по теме подготавливаем свои монологи, ну или, возможно, кто-то пользуется какой-то информацией из готовых, мы с вами в первую очередь набираем лексику, набираем те фразы, те сочетания, те идиомы, те выражения, которые мы будем использовать для того, чтобы говорить и писать, обратите внимание, на какую-то тему. Кроме того, вот эти так называемые топики, они помогают нам посмотреть на какую-то тему, на какие-то проблемы с разных сторон. Да, я буду говорить сейчас про окружающую среду, про защиту окружающей среды, например, в Москве, но я же должна знать, какие у меня есть проблемы, какие у нас есть с вами проблемы в Москве.
Да, что это будет? Air pollution или water pollution? Какие проблемы, с которыми мы сталкиваемся? Топики, они могут помочь определить тот круг проблем, который связан с темой. Но на этом, наверное, вот польза топиков заканчивается, потому что наши ответы по устной части, наша письменная проектная работа – это уже импровизация, позвольте мне употребить это слово, на ту тему, про которую мы с вами будем говорить или писать. Мы можем из этого топика вытащить лексику, мы можем подумать, какие проблемы подходят у меня, ну а дальше это уже не статика. Топик – это статика. Мы никуда не двигаемся, мы встали и ответили. Наш ответ устный на экзамене, наша письменная работа – это динамика. Мы те лексические единицы, те знания, которые приобрели, мы начинаем применять на практике. А когда мы их применяем, это уже достаточно гибкая система. Поэтому зазубривать темы не надо однозначно, потому что вы можете потом вдруг начать говорить по устной части, цитируя топик, а это однозначно будет минус, он вас приведет в никуда. Но пользоваться материалом из топиков мы можем для того, чтобы обогатить свой словарный запас и знать, о чем мы будем, возможно, говорить. В этом году, задание 37, вам нужно написать ответ своему другу на его имейл. Обращаю ваше внимание, что если раньше это было ответ на письмо, то теперь это ответ на электронное письмо. В задании у вас уже будет указано в шапке адрес того, кому вы пишете письмо, от кого это письмо пишется и тема письма. Эту шапку переписывать не нужно. Но если вы переписали шапку, помните, что в подсчете слов слова из шапки не учитываются. Будьте внимательны. Когда вы говорите слова благодарности за полученное письмо, вы можете его называть словами letter, email, email message. Также не забывайте, пожалуйста, соблюдать нормы вежливости. Поблагодарите за полученный email или выразите радость от того, что вы его получили. А также не забудьте в конце письма понадеяться на будущие контакты на ответное письмо от вашего друга. Также напоминаю, что в подписи нужно использовать только свое имя. Точка после имени не ставится. Электронное письмо мы пишем в неформальном стиле, поэтому допускаются сокращенные стяжательные формы. Вместо it is можно написать, например, it's. А также допускаются такие выражения, как gonna, wanna вместо going to, wants to и так далее. Но будьте очень внимательны, потому что даже в таком виде эти слова нужно написать правильно. Несмотря на небольшие изменения, это задание осталось письмом, неформальным письмом. Соблюдайте, пожалуйста, нормы вежливости при написании письма. Уверена, у вас все получится. Чем больше мы слышим, чем больше мы слушаем, тем лучше и тщательнее начинает выравниваться наше произношение. Поэтому, если есть возможность, то желательно слушать песни на английском языке, да? Можно смотреть фильмы, можно смотреть сериалы на английском языке, и это даже не важно, если вы будете не все понимать. Задача услышать вот интонацию речи, задача услышать произношение и, в общем-то, настроить свои уши. Это совершенно не обязательно, что вы садитесь перед экраном, смотрите, пытаясь понять вообще все, что сказано. Английская речь может идти фоном, тем более, что существует ведь очень много разных видов произношения. Англичане говорят гораздо быстрее, чем среднестатистический русский человек. Да, это как бы факты, которые имеют место быть. То есть нам сложно понять очень часто речь из-за того, что она произносится быстро, из-за того, что у нас совершенно другая интонационная модель.
из-за того, что в английском языке очень много contracted forms, то есть вот совмещенных форм, да, они не говорят is not, в разговорной речи это будет звучать isn't. Создавая такую среду, наши ушки начинают постепенно перестраиваться. Мы начинаем, наверное, знаете, подспудно, вот даже, может быть, не акцентируя на этом внимание, но пытаемся внутри повторить ту интонационную модель, то произношение, которое мы сейчас услышали. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что это не только какие-то сериалы, да, фильмы, про которые я уже сказала, на иностранном языке. У нас сейчас появилось вообще замечательное подспорье – это Mesh. И в Mesh у нас есть тексты для аудирования. В Mesh у нас есть наши учебники, по которым мы работаем, а каждый текст большой, и на котором уделено внимание в этом уроке, которому посвящен этот урок, он имеет аудиозапись. Поэтому для того, чтобы тренировать свое произношение, во-первых, мы стараемся создавать среду. При повторении этого, при слушании, потихонечку наше произношение начинает становиться, ну, лучше, наверное, четче, более похоже на английскую речь. Но я понимаю, легче сказать, чем сделать, но, наверное, не надо так сильно переживать из-за произношения. Вы знаете основные правила чтения, вы знаете в основном, как читаются слова. И вот это переживание очень часто просто возникает потому, что вы редко читаете вслух. Если вы начнете читать вслух, если вы начнете себя прослушивать, вы привыкнете к своему голосу. Вы привыкнете к тому, как ваши слова в вашем исполнении звучат на английском языке. И вот эта стеснительность, она потихонечку будет уходить. Приучите себя слушать себя, приучите себя читать вслух, и это будет уверенно совершенно помогать вам. Словосочетания легче всего запоминаются тогда, когда вы их часто употребляете. Поэтому, если вы познакомились с какими-то словосочетаниями, старайтесь как можно больше и чаще употреблять их как в устной, так и в письменной речи. Знание словосочетаний особенно помогут вам при выполнении заданий повышенного и высокого уровня сложности. Например, это задание с 30 по 36 письменной части экзамена. Дорогие выпускники, на английский язык вам отводится 210 минут. Вы сдаете экзамены в 2 дня, письменный день и устный. На устную часть вам отводится 17 минут. Там вы таймер будете видеть на экране. Я бы хотела поговорить про письменную часть, где вы должны сами распределить свое время. На аудирование вам отводится 30 минут, оно выполняется централизованно, а далее вы уже сами должны распределить свое время. Рекомендуемое время выполнения на чтение и лексику-грамматику составляет 30 минут. Однако можно выкроить время по 5-10 минут с каждого раздела и предоставить его на письменную часть, потому что на письмо я рекомендую вам оставить максимальное количество времени и распределить своим временем следующим образом. На само письмо, ответ, электронное письмо другу, вы можете потратить 10, максимум 15 минут. А остальное время вы отводите на выполнение второго задания, работу с таблицами и диаграммой. Желаю вам удачи, желаю вам всем получить максимальные 100 баллов. Экзамен наш по английскому языку делится на две части. И первая часть – это письменная, которая длится 190 минут с прошлого года, 3 часа 10 минут. И вторая часть – устная часть. Устная часть длится 17 минут, и проходит она в другой день уже. То есть экзамен письменная и устная часть даются в разные дни. Устная часть у нас с вами уже запрограммирована. То есть мы здесь ничего не планируем. А вот с письменной частью здесь немножко посложнее. 190 минут, с одной стороны, это кажется много,
А с другой стороны, конечно, его нужно обязательно правильно распланировать. Одна часть экзамена аудирование, она не сдвигаемая. То есть мы начинаем экзамен с аудирования. Аудирование длится где-то около 30 минут, плюс-минус минутки. И других вариантов у нас с вами не будет. То есть начался экзамен, мы выполнили задание по аудированию, а дальше оставшееся время мы с вами начинаем планировать. Мы планируем, конечно, его не на экзамене, а готовясь к этому экзамену. Если экзамен длится 190 минут, то вычитаем 30 минут, которые отводятся на аудирование, остается 160 минут. И эти 160 минут мы с вами должны разделить на оставшиеся части экзамена. То есть выполнение заданий по чтению, выполнение заданий, связанных с языковым материалом, и письменная часть экзамена. Но не забывайте, что есть еще одна очень важная составляющая. Это перенос ответов своих в бланки ответов. Это очень важная часть, еще раз повторяю, потому что если ваши ответы будут перенесены неправильно, то, к сожалению, они не будут засчитаны. Поэтому на перенос ответов давайте выделим мы с вами 10 минут и оставшееся время делим между оставшимися частями экзамена. Из этих трех оставшихся частей у нас с вами есть продуктивная часть. Та часть, в которой мы должны написать имейл и выполнить проектную работу. Это достаточно большой объем работы, поэтому планируем, что минут 15 у нас уходит на написание имейла, и порядка 60 минут мы должны выделить на написание и проверку проектной работы. Значит, если мы выделяем с вами 15 и 60, 75, 80 минут на выполнение письменной работы, то оставшееся время, это порядка 70 минут, мы распределяем между теми заданиями, которые остались. И здесь уже во многом это зависит от вас, потому что вы сами знаете, какую-то часть вы делаете быстрее, какую-то часть вы делаете медленнее, с какой-то частью вам легче работать. Поэтому оставшееся время планируйте сами, готовясь к экзамену и рассчитывая, сколько времени на какую часть вы сможете выделить. Экзамен по английскому языку проходит в 2 дня. В один из дней вы сдаете задание письменной части экзамена, в другой день вы сдаете задание устной части экзамена. Письменная часть экзамена длится 3 часа 10 минут. Начинается она с заданий по аудированию, которое длится 30 минут. После этого у вас остается время для выполнения остальных заданий. Как же распределить оставшееся после аудирования время? Я советую вам выполнять задания так, как они расположены в КИМе. Если какое-то задание вызывает затруднение, пропустите его, двигайтесь дальше. Если вы понимаете, что вам проще написать в начале email или выполнить задание 38, напишите их. После этого приступайте к выполнению заданий по чтению и по лексике грамматики. Важно своевременно переносить ответы из КИМов и черновика в бланк ответов. Не откладывайте перенос ответов в бланк на последнюю минуту. Вы рискуете в спешке неверно внести какие-то ответы. Не бойтесь ЕГЭ. ЕГЭ – это всего лишь этап в вашей жизни. И далеко не самый важный и не решающий. Если вы хорошо готовились к нему, выполняли много заданий, уверена, вы отлично справитесь с этим экзаменом. Желаю вам удачи! Здравствуйте, дорогие выпускники! Меня зовут Сона Гагиковна Геворкян. Я учитель английского языка Бауманской инженерной школы номер 1580. В этом видео я расскажу вам о первом задании письменной части экзамена раздела аудирования. Мы подробно рассмотрим структуру задания, стратегии выполнения первого задания аудирования и разберем типичные ошибки. Давайте ознакомимся со структурой и содержанием этого задания. Оно является заданием базового уровня сложности и нацелено на понимание основного содержания прослушанного текста.
вы услышите краткие высказывания на установление соответствия. За это задание вы можете получить 3 балла. Рекомендуемое время выполнения – 8 минут. Рекомендации по выполнению задания номер 1 раздела «Аудирование». В зависимости от вида аудирования вам необходимо использовать разные подходы. Помните, что основную идею вы услышите либо в начале, либо в конце записи. Здесь вам помогут ключевые фразы. Постарайтесь подчеркнуть их во время прослушивания. Используйте отведенное время перед началом прослушивания для просмотра вопросов. Не пытайтесь услышать точные слова, прописанные в задании, так как на аудио будет перефраз. Ищите синонимы. Во время второго прослушивания сконцентрируйтесь на упущенной информации либо на проверке написанных ответов. Ну и, конечно, не забудьте перенести ваши ответы в бланк ответов номер 1 после полного выполнения всего раздела аудирования. Давайте ближе ознакомимся с заданием номер 1, которое представлено на слайде. Прежде чем мы начнем выполнять задание, давайте ознакомимся с алгоритмом выполнения задания номер 1. Во-первых, прочитайте внимательно утверждения и постарайтесь найти различия. Подумайте, чем они отличаются друг от друга. По теме они близки, однако между ними есть смысловая разница. Затем определите ключевые фразы. Они вам помогут при прослушивании. Постарайтесь понять основное содержание по ключевым фразам. Не пугайтесь незнакомых слов. Зачастую они не важны для понимания. Помните, что одно утверждение лишнее. При первом прослушивании лучше записывать ответы прямо в тексте задания. При повторном прослушивании проверьте себя и после окончания занесите свои ответы в таблицу. Предлагаю рассмотреть текст аудиозаписи. Найдите ключевые слова. Difficult. Isn't that hard? Share the same roots. Words which are closely related. Теперь давайте посмотрим, к какому утверждению с 1 по 7 подходят эти ключевые фразы. Правильно. Ответ 2. Теперь проанализируем второе высказывание speaker B и найдем в нем ключевые фразы. Здесь ключевыми фразами будут complex language, perplexing language. Давайте подумаем, к какому утверждению подходит этот отрывок. Правильно. Ответ 7. Перейдем к следующему отрывку и проанализируем высказывание 3 speaker C. Не забываем выделить ключевые фразы. I would like to become a scientist in the future. I'd love to read their publications in their native language. Давайте найдем подходящее высказывание. Правильный ответ – 4. Возьмем следующее высказывание, speaker D, и найдем в нем ключевые фразы. Few of these books are translated into other languages. Давайте посмотрим на оставшиеся утверждения и найдем подходящие по смыслу слова. Какое высказывание подходит? Правильно, 6. Возьмем высказывание следующего говорящего, speaker E, и найдем ключевые фразы. Help me go up the career ladder is the same as offers more career opportunities. Отсюда делаем вывод, что правильный ответ – 1. Проанализируем последнее высказывание, speaker F, и снова выделим ключевые фразы. I want the real thing. I want to read my favorite authors in the original. Друзья, к какому высказыванию эти фразы ближе по смыслу? Правильно, 5. Еще раз посмотрите на ответы и проверьте, занесены ли они в таблицу разборчиво и четко. Обращаю ваше внимание, что ответы рекомендуется переносить в бланк ответов номер 1 только после выполнения всех заданий раздела аудирования. А теперь давайте рассмотрим типичные ошибки при выполнении задания 1 раздела аудирования.
что именно может привести к ошибкам в данном задании. Первое. Неверное выделение ключевых фраз. Второе. Поиск повторяющихся слов в задании и в прослушанном тексте. Третье. Пропуски в бланке ответов. Ребята, не забывайте, что пустых мест в бланке ответов между буквами не должно быть. Каждая цифра пишется в отдельной клетке без пробелов. Не забывайте вносить ответы в бланк ответов номер один. Компьютер проверяет бланк ответов, а не лист задания. Давайте выполним тренировочное задание. Подумаем, какие синонимы в первой колонке соответствуют словам во второй. Находим синонимы к слову youngster, teenager, adolescent, juvenile. Синоним к слову kid, child. Синоним к слову grown up, adult, mature person. К слову event, celebration, occasion. Синоним к слову film, movie. Ну и последнее слово guest, visitor. Молодцы, мы справились с заданием. До свидания. Я желаю вам всем сдать ЕГЭ на 100 баллов.